Весьма необычная и интересная подача самых простых и доступных продуктов. Предлагаю приготовить капустные шницели с луковыми шкварками. Очень вкусное, сочное и нежное блюдо. Всем любителям капусты в любом ее исполнении рекомендую обязательно попробовать. Можно подавать как в теплом, так и в остывшем виде. Подавайте самостоятельно с любым любимым соусом или в качестве гарнира. Ингредиенты нам понадобятся только самые простые и доступные, а результат очень достойный. Луковые шкварки получаются очень вкусными и просто превосходно сочетаются с капустой. Попробуйте. Подготовьте все ингредиенты. Капусту разрежьте на сегменты. Чтобы листья не разваливались, старайтесь резать так, чтобы сохранялась кочерыжка снизу. Отварите капусту в кипящей подсоленной воде около 5 минут. У меня была свежая капуста, я опустила ее в кипяток не более чем на минуту. Лук нарежьте перьями и обваляйте в муке, стараясь покрыть каждое перышко. Обжарьте на сковороде до готовности. Добавьте сахар и соевый соус. По желанию добавьте перец и соль по вкусу. Постоянно помешивая, готовьте лук еще 2-3 минуты. Приготовьте кляр из яиц, муки и соли. В сковороде разогрейте масло, обмакните капусту в кляр и выложите на сковороду. Обжарьте капусту на среднем огне с двух сторон до румяной корочки. При подаче на капусту сверху выложите луковые шкварки. Капустные шницели с луковыми шкварками готовы. Приятного аппетита!